я считаю, что я был основоположником компании 100 встреч, потому что в самом начале я встречал по 300 человек в день. И почему я их встречал? Почему я так делал? Потому что это для меня было жизнью. Если честно, в то время мне было очень тяжело, и я очень хотел быть хорошим мужем, и я очень хотел быть хорошим сыном. Но у меня ничего не было, я ничего не мог сделать. И я приходил на семинары, я слушал о видении, и также у меня была уверенность, что я могу добиться успеха, но я ничего не мог сделать. Единственное, что я мог, это говорить. Все, что я мог, это рассказывать об Атоме. Все, что было, это я просто пытался двигаться. Я просто пытался как-то выжить. И вот так, выживая, вот это вот выживание сделало меня специалистом. Через день, два, три, когда прошло несколько, с каждым днем я начинал говорить все лучше. Я стал рассказывать о продукции. И более того, я обрел возможность подходить к любому человеку и рассказывать. И, наверное, если бы не Атоми, я бы не смог это сделать. Ведь сейчас я занимаюсь Атоми уже 16-й год, и я посмотрел, в какие дни, в сколько дней я говорил со 300 людьми. Практически месяц всего лишь вышел, но я поговорил с людьми, которые пришли в Атоми. Они же получали то же видение, как и я. Но они практически встречали буквально одного или двух людей в день. И то есть то, что они делали за 6 месяцев, я заканчивал за день. Как вам кажется? Вы начинаете понимать? То есть то, что люди делают 6 месяцев, я делаю за день. И таким образом, поэтому я и быстрее добился успеха, быстрее заработал, быстрее стал хорошим папой, быстрее стал хорошим сыном, быстрее стал хорошим мужем. Если честно, до этого, когда мы только начали наши семинары по Академии Успеха, вот в это время проходило начало. Вы уже хотите спать, а мы тогда в это время только начинали. Потому что, да, вроде как сейчас это только кажется, что это память. Ведь нам говорили, начинай со 100 людей. Потому что если... Начинай с себя. Если тебе не нравится продукция Атоми, не говори о ней, не пользуйся ей. Но если тебе она нравится, то делись своими впечатлениями. Но мне очень понравилась продукция Атоми. Ведь я занимался разным бизнесом с 20 лет. И поскольку я уже занимался разной работой, разной деятельностью, с 20 лет, у меня была какая-то хватка, я кое-что понимал. И я думал, что, ну, если на такую стоимость просят за такое качество, ну, я думаю, что все получится. И таким образом, благодаря моему рту, вы знаете, он не устает. Вот я сейчас в Америке, например, я пользуюсь большой популярностью. Знаете, как меня там называют? Они меня зовут... Они скорее говорят, open new store, открывайте новый филиал, благодаря моему рту. И если буквально за 2 гамбургера в день вы можете там открыть филиал. Зачем же тогда платить дорогую стоимость за аренду? А, господа, и все кричат, открой, пожалуйста, новый филиал. У меня не очень произношение. Как бы там ни было,
Это не то, что мы всю жизнь должны делать. Ведь мы сейчас знаем, насколько хорошая продукция Atomy. Насколько продукция Atomy продается по резонной цене. И вот это все мы можем. Вот это все вам нужно рассказать. Разве это сложно? Более того, вот то, что вы сидите до этого времени, ведь это значит, что вы чьи-то дети, чьи-то мужья, жены. И вот раз вы начали это сделать, сделайте это хорошо. Разве не нужно добиться успеха, раз вы начали? Пожалуйста, хватит аплодисменты делать. Сядьте на мое место. Просто встаньте на мое место, сядьте на мое место. Не обманывайте себя, а добивайтесь успеха. Если честно, сейчас открывать филиалы, это уже проще простого. Поначалу кажется, что это трудно, а потом потихоньку это становится такой обыденностью. Сейчас, вы знаете, почти сразу же, вы знаете, сейчас, когда мимо проезжает машина, я вижу, о, там стармастер, там вон мастер продаж. Вот иногда Imperial мастера проезжают. А Томи – это легкий бизнес. Более того, за вас уже все подготовили. Все, что вам нужно, это решить, что вы хотите. И с чего вы хотите? Вы же добьетесь успеха, господа? Я желаю вам всем добиться успеха.